Так, сегодня ночной выезд в магазин Walmart. А уже сыры, колбаски здесь не работают, здесь все нарезают. Здесь можно купить колбасу хорошую, мне посоветовали. А вот видите, болонья, да? Это на наши салатики, очень вкусная колбаса, лучше ее брать здесь. Также выпечка здесь есть, вот такие вот радужные тортики, видите? 3,47 стоит, не красители. Каноли у нас София заказывала, все. Здесь самые вкусные, да? Три упаковки забрал. Домой не пустят, да, его. Он сегодня что-то с Сонькой, они там, в общем... Провинился он, да, и вот он теперь хочет откупиться канолями. Она сказала, купишь каноли, я тебя прощу. В общем, вот так вот. Сухарики продаются. Здесь вот еще хлеб, да, делают тоже. А, класс. Ну, возьми. Ну, крем, правда, наверное, не очень там. Ну, ладно. Вот узнаем, да. Эклеры даже есть вон. 3,47 стоят эклеры. Эклеры? Нет, не буду. Здесь у них бейкеры тоже, они пончики свои делают. Круассанчики. Так, ну что, бананчики, наверное, возьмем. Круассаны? Нет, не хочу эти круассаны. Вот, кстати, хлеб, кстати, очень вкусный. Давай возьмем. Этот хлебушек, это с Cheesecake Factory. Его очень вкусно, знаете, с маслицем утром. Очень вкусно. Возьму упаковку. Бананы возьмем с Теши. Нам нужны бананчики. Зеленые, правда. Что, все зеленые? Желтенькие есть. Желтые бананы. 57 центов здесь стоят. Это если не органические. Вот, Артем, связка. Но она не желтая, правда. Не знаю, как. Вот, я смотрю, некоторые желтые. Вот эти вот желтеют вроде. Walmart вообще идеальный магазин. Единственный, который работает допоздна, до 11 вечера. Если вот ты за целый день не успел съездить, Walmart он всегда выручает, да? Плохо, что нету. С ковидом началось. Раньше Walmart некоторые работали круглосуточно, это вообще было идеально. Идеально. Ты всегда приедешь, если что-то тебе срочно надо, там вплоть до лампочки, до корма там для животных, ты можешь всегда все купить здесь. Мы много раз ездили и в 3 часа ночи. У нас бывали какие-то такие ситуации с детьми, там, я помню, нам нужно было. И лекарства же здесь тоже продаются, здесь все есть. Поэтому, конечно, очень удобно. Так, мы идем, нам нужна мука и молоко. Мяса нет. А, рыба. Я смотрю, рыба здесь есть, смотри, Артём. Какая-то светлая, конечно. Засолить кусочек рыбы, надо в другое место съездить, взять. Вот есть соленая рыбка, уже готовая. Вот эту я брала, кстати, по-моему, в Sam's Club. Вот, неплохая рыбка. Я наконец-то сняла видео для девушки с гамбургером, который я обещала. Скоро оно выйдет у нее на канале. В общем, я готовила гамбургер по-американски. Сейчас смотрю просто на бекон. Вспомнила, что я брала бекон и с беконом готовила. Так, ну что еще возьмем? Молоко. А потом вернемся к муке, наверное, да? Яйца у нас есть еще. Есть только одну упаковку. Тевли здесь, но их нету, да. Сегодня не будем брать яйца. Яйца, видите, только вот такие остались. Ой, так холодно около холодильников, как всегда, конечно. Вот, я возьму, наверное, пачку масла здесь. Масло, которое... Вот это вот, наверное, мне нравится. Это вот маслица. Под вечер, конечно, так уже все пустенько. Тём, давай возьмем вот этот вот. Ну, это 2%. Да, ничего страшного. Последний раз мы брали. Возьмем, ладно, 2% этой марки. Девочки у меня любят вот такой вот слаши. Так, а йогурты себе, я думаю, взять какие-нибудь йогурты с печенюшками. Девчонки любят у меня чобани греческие.
Так, возьму полотенце на кухню. А то прям как-то тяжеловато без полотенец. Не знаю, когда поеду в Куско. Возьму полотенце на кухню. Быстренько, знаете, так все. Это очень так удобно. Так, возьму кокосовую воду. Вот есть вот такие дабл шоколад. Я смотрю, тут хорошая фирма. Батончики. Что такое? Вафелька, да? Это у меня в школу можно... Это, кстати, очень хорошая фирма. Здесь хорошие, по крайней мере, ингредиенты. Вот. Можно взять. Это, конечно, все сладкое очень сильно. Так, ну ладно, идем дальше. Чай нам не нужен. Очень много всяких, вот видите, батончиков с протеином. Каши очень много. Я вот этот детям раньше кашу покупала, динозаврик, видите, там яйца такие, и для маленьких детишек интересное, заливаешь, и они потом, эти яйца вылупляются. Но здесь очень много сахара, хотя он такой коричневый пишется, но сладенькая такая каша, вот, ну, прикольно для детей. В Walmart все есть, сейчас найдем, вон, большими прям ковками все, огурцы, смотрите, какая большая банка. Это, кстати, классные огурцы от этой фирмы, очень вкусные. Так, вот здесь вот мука. Ой, какой только нету, чего только нету, да? Но наша вот из нашей, это вот King Arthur мы берем постоянно. Она вот есть цельная, а нашей нету, видимо, разобрали. Тогда возьмем такую. Одну возьмем, потом я в Костку возьму большую. Так, у меня еще сода закончилась. Я соду сейчас возьму одну упаковочку. Кокосовый сахар есть. Есть еще, смотрите, коллаген можно купить. Здесь 9 грамм протеина. В смузи добавлять, в кофе и в суп можно. Там коллагенчику, смотри, надо? Какой сахар сыпать сверху. Вот я хочу еще. Какую вещь? Яблочная. Есть. Вот черри мне хочется банку взять. Я хочу сделать. Дома у меня есть тесто. Взять такую вот упаковочку. Сделаю пирог дома. Завтра с черри. Так, возьму мейпл сироп. Даже не знаю, какой выбрать. Очень много, конечно. Сахар, нам нужен сахар. Ну, можно попробовать такое взять. С панкейками готовить. Это вкусно очень. Так, рис. Нужно выбрать рис. Рис. Так, возьму вот этот рико. Будем делать pineapple curry. Я взяла еще ананас. Не знаю, подойдет, нет, но попробуем. Тим еще не заказ сделал. Сделать ему pineapple curry. Значит, он предлагает мне купить мяту. $2 стоит. У нас мяты много. Классно, мята, укроп у нас растет. Там розмаринчик тоже $1.98. Упаковочка стоит. В общем, все в таких упаковочках прям примерно по $2. Очень удобно здесь есть. Видите, все нарезанное. Правда, в страшном виде в Walmart. В других магазинах можно купить. Вот все так красиво нарезано. Можно набрать, уже ничего не делать. Закинуть просто в сковородку и все. Приготовить. Ну, понятно, что будет дороже стоить. Ты авокадо хочешь, Артём? Да, можно. Но оно все жесткое, его ждать надо будет долго. Стоит себе ждать. Не, ну оно реально дня 2-3 надо, чтобы оно полежало в темноте. Жесткое, да? Нам нужны лимоны, знаете. Мы же теперь чай не пьем, у нас лимоны вообще просто пакетами уходят. Зеленые яблоки я хочу. Вот, очень хочу зеленые яблочки. Груши есть. Груши тоже прикольненькие. Можно взять. Есть такие.
Зеленые мне почему-то больше нравятся. Возьму зеленые. Тёмка, давай лимон. Хорошую мять авокадо, это нельзя делать. Только маленькая. Маленькая? Ну пускай будет маленькая. Нам самое главное поесть. Чтобы завтра уже можно было позавтракать с авокадо. Есть? Вот можно. Даже маленькие, да. Ну и ладно, пускай. Это Мексика, наверное, тоже? Да, даже слишком мягкая. А, не слишком мягкая, не надо. Не дави так сильно. Я не давлю. Слишком мягкая. Вот тот, который первый. Который ты первый положил. Вот этот, да? Вот неплохой, смотри, вот он. Да, вот, вот, возьмем его. Все, и лимоны, давай не забудем лимоны. Где лимоны, кстати? $3.92. Ну и все? Все, все, едем домой. Вот такая у нас закупочка. Сейчас скажу, насколько вышло. Кому интересно, конечно же. Вот эти огурцы, кстати, София мне сказала, что они как-то их по-другому едят. Они не очень вкусные. По-моему, мексиканцы. Они как-то его приправляют. Ну, чем-то сыпят они его и, короче, едят этот огурец. А так он невкусный. Он какой-то водянистый весь. Я его вообще обычно не покупаю. Нет, не соли, чем-то с другим они там кушают. Какой-то приправой. Свободная касса. Walmart, я помню, один из первых магазинов, когда мы приехали. Да? Ну, да. И он, конечно же, дешевый. А когда у вас нет денег, вы приезжаете, либо, ну, в любом случае нужно экономить, Walmart всегда выручал. То есть ты не делаешь огромную закупку, с одной стороны, вот, по чуть-чуть там, в общем, рассчитываешь как-то. Потом мы в оптовый магазин уже стали ездить, Sam's Club. То есть это Walmart, а оптовый – это Sam's Club. Там вся такая же продукция, она, соответственно, подешевле, проще как-то для народа. Вот. Но потом уже мы доросли до Костка, конечно же. Вот. И в Костка немножко другие товары. Но сейчас тоже ходим в Sam's Club, потому что Костка иногда надоедает и хочется чего-то другого, разнообразия. Вот. Поэтому ходим везде. А так чисто вот раньше, да, Walmart, Sam's Club, больше никуда. И видите, вот он действительно такой магазин. Publix до 9 работает, Walmart работает до 11. Aldi работает до 8 вечера у нас. Поэтому, да, и до ковида вообще круглосуточно. В общем, это самый-самый такой палочка-выручалочка, короче говоря. Есть все, все то же самое, что продается в других магазинах. Вот. А с фруктами, конечно, здесь, да, беда. Фрукты все-таки здесь нужно смотреть. Я тут вообще не знаю, откуда они их привозят. Вот, фермерского такого особо ничего нет. Поэтому это можно в другие места ездить. А так купить какой-то рис, знаете, он что в Пабликсе, что здесь, какая разница? Он дешевле будет стоить, чем в Пабликсе. Все вот эти банки, соды, да, мука, ананасы, молоко. В принципе, ну, все одно и то же. Цена просто будет дороже в других магазинах. Так, ну что, вышло на $125, 20 центов, все это хозяйство. Все, спасибо Walmart. В общем, вот такая вот наша небольшая ночная закупка. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео.